Откуда строительный мусор привезли? Отсюда. Отсюда это откуда? С какого дома? Фасадная, вторая. Фасадная? Вторая. Два корпуса один? Угу. А у вас там должна быть своя контейнерная площадка? А там нету, говорят, убрали сюда, сказал заказчик. Кто сказал? Заказчик. Заказчик сказал, рабочие делают. Заказчик, да кто? Еще на чужой территории и мимо контейнера. Строительный мусор все же пришлось забрать с собой. Этот молодой человек тоже не знает, что отходы необходимо складывать в контейнер, а никак не оставлять рядом. За это ему грозит немалый штраф. Рейды в лесном городке дают эффект. Нарушителей стало меньше. Но общественный контроль продолжает работать в усиленном режиме. Мы проводим еще экологическую грамотность населения, повышаем ее уровень для того, чтобы люди начали понимать, где зона ответственности, какой закон регламентируется. Потому что, казалось бы, так просто поставить пакет с мусором рядом с баком. Его не кинуть в бак, а непосредственно поставить рядом. Вот это уже означает нарушение административного порядка, и здесь будет взыскиваться штраф. Для того, чтобы это не было стрессом для человека, он должен все-таки понимать нормы и правила и четко знать, в какой контейнер он кладет свои отходы. Такой ликбез проводится в нашем округе уже не первый год. По словам Лилии, результаты есть. Но нужна поддержка неравнодушных жителей. Если вы стали свидетелем незаконного выброса мусора, обращайтесь в полицию, чтобы установить личность нарушителя. И сами постарайтесь соблюдать правила. Чистота зависит от каждого жителя. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».